Анна Екатерина Ковальчук, звезда сериала «Тайны следствия», Анна Ковальчук и звезда «Крепостной» Катерина Ковальчук, единокровные сестры. О существовании друг друга они не подозревали. Но когда вскрылась правда, актрисы обрадовались. По их словам, в детстве они обе мечтали о сестре. Иван и Филипп Бледные. У заслуженного артиста Анатолия Бледного есть два сына. Один, Филипп, прославился по ролям «Папиных дочках» и «Кухни». Ивана зрители видят на экране реже, так как он занимается озвучкой фильмов. Его голосом говорят известные голливудские актеры Джонни Депп, Колин Фаррелл и другие. Анна Ардова и Алексей Баталов. Советский актер с 5 лет воспитывался в семье писателя Виктора Ардова. Мать Алексея вышла замуж за драматурга, а Анна является дочерью сводного брата Баталова, Михаила. Дарья Мороз и Виктория Исакова. Виктория Исакова уже много лет состоит в браке с режиссером Юрием Морозом. От первого брака у него осталась дочь Дарья, известная актриса. Между мачехой и пачерицей незначительная разница в возрасте. Интересно и то, что именно Дарья познакомила Викторию с отцом. Светлана Иванова и Михаил Ефремов. Долгое время Светлана Иванова не верила в родство с семьей Ефремовых. Но легенда оказалась правдой. Прадед актрисы, Вениамин Покровский, был братом режиссера Павла Покровского, деда Михаила Ефремова. Следовательно, Ефремов-старший приходится Светлане дядей, а его сын Никита – это ее брат. Анастасия Стоцкая и Павел Майков. Анастасия Стоцкая и Павел Майков – единоутробные брат и сестра. Мама у них одна – художница Анна Майкова. Звезда «Бригады» носит ее фамилию, а певице досталась фамилия ее отца. Анастасия и Павел прекрасно общаются и близки с самого детства. Ефим Шифрин и Олег Газманов. То, что юморист и певец в походе – это не совпадение. Олег Газманов приходится Ефиму Шифрину четвероюродным племянником. Об этом узнали на передаче, которую, кстати, ведет Газманов-младший, Родион. Ведущий был удивлен, что у него нашелся родственник в шоу-бизнесе. Никита Михалков и Василий Суриков. Живописец Василий Суриков является прадедом Никиты Михалкова. Дед актера и режиссера Петр Кончаловский вышла замуж за дочь Сурикова, Ольгу. Их дочь Наталья впоследствии родила сыновей Никиту и Андрея.